Здравствуйте! Сегодняшнее видео мое я посвящаю моим кухонным приборам, электроприборам, которые я очень люблю и использую почти каждый день на своей кухне. Главный прибор моей кухни — это мультиварка, омлетница Ариэтте и омлетница Траволла, гриль настольный Ариэтте Куки, электровафельница. Очень хороший прибор. Пиццемейкер. Тестомес. В этих приборах я готовлю почти каждый день. Энергию электрическую используют очень экономично. Я не ощущаю большого потребления электроэнергии от того, что ежедневно ими пользуюсь. Представлю вам, конечно же, очень красивый такой прибор. Это гриль Ариэтте Куки. Это настольный гриль. Он в виде подноса. У него розетка отсоединяется и легко можно его переносить в любое место. Керамический такой подносик, он съемный. Здесь тен, который нагревает его. На этом гриле очень удобно готовить прямо на столе. Или же, приготовив, принести как подносик и поставить на стол. Омлетница Ариэтте. По этим приборам у меня есть отдельное видео, если кому-то интересно, посмотрите. Их я использую, можно сказать, вообще ежедневно. Готовлю завтраки. Пиццемейкер — шикарнейший прибор. Этот прибор у меня уже год. Я в нем не разочаровалась нисколечко. Единственное, почему-то он вот здесь поменяла краску, видно, от высокой температуры. Если он у меня выйдет из строя, я обязательно куплю следующий, потому что без него я теперь уже обходиться не могу. У него диаметр 30 сантиметров сковороды, и 4 сантиметра кверху может подниматься величина изделия, которое готовим. Ну, я купила формы, и если мне нужно меньше, то я использую форму, как в духовку ставлю, готовлю. Пользоваться этой вафельницей одно удовольствие. Печет очень быстро и очень качественно. Она поворотная. Она может вот так храниться боком. Ручка у нее, видите, поворотная. Очень хорошее покрытие, которое легко тряпочкой можно протереть, и оно совершенно чистое. Но так как вафли отсюда очень хорошо изымаются, я просто протираю после каждого использования, потому что нужно протереть, и протираю. Здесь у нее можно установить режим от минимального до максимального. Чем больше поворачиваем ручкой, тем, видно, сильнее она нагревается и быстрее и зажаристее выпекается вафля. К ней идет тарелочка, на которую сыпаются крошки или масло, если вафли жирные. Также я в своем хозяйстве использую вот такой аппарат. Он же тестомес, он же кремовзбиватель. Это очень удобно. Все приборы, которые я вам сегодня показала, сняты у меня в отдельных видео. Плейлист называется «Приборы моей кухни». Вы можете посмотреть на моем канале. Мои приборы, которые я использую и показываю сегодня в своем видео, я рекомендую. Если вы думаете, купить или не купить, можете не сомневаться. Они вас не разочаруют. До свидания. Если вам было интересно, ставьте лайк. Не интересно? Ставьте пальчик вниз. И подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада, если вам понравится и вы будете готовить вместе со мной.